Всем здравствуйте! Опять рубрика «Я голова СББ». И сегодня вторая часть ролика о ремонте в нашем дворе. Кто не в курсе, кто не знает. Кстати, ссылку на первую часть я дам внизу в описании к данному ролику. У нас во дворе сейчас делается ремонт. Делаем отмостку, потому что просела земля, просел асфальт, и вся вода с крыши течет не от дома, а под дом. Поэтому делаем ремонт. Собственно, более подробно узнаете в первой части, а сейчас вам покажу просто в картинках, что мы делали. Ну а теперь покажу, что по состоянию на вчера на утро у меня было во дворе. Итак, что у нас сейчас происходит? То есть работы все практически сделаны, уложены доски, это направляющие плюс так называемый шов, то есть когда расширяется бетон, сужается, чтобы он не трескал, есть такой шов. И на дно вот этой вот траншеи уложена сетка. Не знаю, видно вам или нет. Вот такая вот сетка. Очень интересно, как сетка связывается. То есть сетка связана вот таким вот узлом. А связывание происходит при помощи вот такого вот устройства. Не знал, что даже что такое есть. Это ручка. Внутри там подшипник. И на подшипнике крутится вот такая вот штучка, такой вот крючок. Как завязывается проволока и связывается сетка при помощи вот этого крючка, сейчас вам покажу. Вчера утром мы начали делать очень важную работу, это заливка бетона. Второй день утром, после того как весь бетон залили, все выровняли, все сделали, прошло, ну здесь прошли сутки, здесь прошло чуть-чуть на несколько часов раньше. По состоянию на сейчас уже можно ходить по бетону, сделали все хорошо, мне очень нравится, есть уклон, вода стекает, все замечательно. Особенно мне нравится вот это все, чтобы удобно было людям переходить, кто не может перепрыгнуть, то есть поставлю такие как бы ступеньки. Больше всего нравится это стык между бетоном и асфальтом. Он заглажен, то есть туда попадать вода не будет. Ну, супер, мне нравится. Все супер. Если вы пришли утром и у вас на бетоне вот такие вот белые полоски,
Не нужно пугаться, ничего страшного, это сделали насекомые. То есть какой-то насекомое попадает в бетон сырой и начинает идти куда-то, ползти точнее. И как результат появляются вот такие вот следы. Здесь ничего страшного, есть более страшные следы. Здесь у нас во дворе собака Лора, которую я вчера подумал, что она может ходить по бетону. Я ее закрыл в подвал, но ее кто-то открыл, она выбежала. И как результат, вот, пожалуйста, по сырому бетону сделала следы. Они уже застыли, то есть придется это все удалять. Но собака, это понятно, это животные, но есть люди-животные. То есть всем сказал, не ходите по бетону, пока не застынет. Вчера один раз кто-то наступил, второй раз наступил. То есть планомерно один раз наступил, и потом опять шел, и наступил опять. И вот здесь кто-то шел, как шел, здесь был порог, и дальше один след, второй след, третий и четвертый. Утром я обнаружил, сделать что-то здесь уже поровнять не получится, поэтому это будет уже заделываться позже. Вот такие человек оставляет следы в истории. Это больше всего бесит. Вчера оставался бетон, поэтому мы еще заделали чуть-чуть, ну, такой совковый ремонт сделали, совковыми лопатами. Заделали немножко ямы на асфальте. Это как бы временная мера. Все основные работы сделаны, но еще нужно чуть-чуть потрудиться. Что сейчас буду делать? Целый день нужно поливать бетон, особенно когда будет светить солнце. Этим, собственно, сейчас и буду заниматься. То есть брать лейку, набирать туда воды и поливать бетон. Полив воды по бетону — это не только смачивание бетона, и еще возможность проверить, какой уровень, то есть стекает вода или не стекает. Ну, там все в принципе нормально, потому что уклон один, здесь проблем нет. Вот самая большая проблема — это вот здесь на углу, когда нужно, чтобы стекало вот здесь вот так, сюда стекало, тут стекало, и еще оттуда стекало вот так, и потом сюда. То есть вот сейчас я попробую, там вылью две лейки воды и посмотрю, как вода будет стекать. Есть лужи или нет? Есть где-то неровности неправильные или нет? Так, вода стекает очень хорошо, отлично. Вот сюда. Никаких проблем здесь с какими-то лужами я не вижу. Единственные лужи — это следы, но это будем поправлять. А так все good. Ну и теперь резюме. В общей сложности получилось почти 220 квадратных метров этой самой отмостки. И все на про все. Бюджет у нас составил более 100 тысяч гривен за эту выполненную работу. Работой я доволен, работниками я доволен, бригада попалась очень хорошая. По-моему, мне даже за все время, при мне даже никто матерного слова не сказал. Я очень доволен. Там был особенно парень Андрей. Он вообще был перфекционист. Когда все на перекуре, он еще что-то там доделывает, подправляет. То есть вообще я доволен. Сегодня с ребятами рассчитываюсь. И в принципе работа, можно считать, выполнена. Собственно, вот такой вот у меня был опыт. Такая вот большая стройка. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока.